Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Fallout 4. И сейчас будем выполнять квест вот этот. Откликнуться на просьбу о помощи. Перед этим должен сказать, что в прошлом видео мы пытались пройти с вами квест на серебряной плаща. Я целых 2 часа побегал по городу. Посидел, послушал, что будут говорить, но так ничего и не поменялось. Большое спасибо разработчикам, вы просто гении. Так делать игры нужно очень и очень уметь. Спасибо вам огромное, вы молодцы. Так, ну а мы сейчас проходим следующий квест. Так, мину мы скинули, еще бутылка с молотовым была, вот, все. И еще берем. Так, уже мало патронов осталось. Тогда наш стандартный карбинчик берем. Отлично. 60 метров показывает нам указатель. Идем туда. Так, это манекен. Да, конечно, тык-тык. Это все, что ты умеешь? Тык-тык. Ладно. Пойдемте отсюда. Тем ребятам не терпится сдохнуть, повоевать друг с другом. О, какой-то памятник, смотрите. Наверняка какой-нибудь известный. Ух ты, смотрите, байкеры какие-то. Прямо вообще ништяк. Тринити Тауэр. Так, она между тем вот сюда куда-то. Тут у нас орки. А давайте им привет и передадим. И гончий по тому же адресу. Так, ну, собственно говоря, нам сюда как раз и надо. Посмотрим, что там за Рекс. Абсолютно с тобой согласен. Прям супер. Ты не представляешь, как я с тобой согласен. Чё, еще наверх? Давай, давай. Красава. Дьякон, ты просто секси. Идем дальше. Вот, гранаты это плохо. Давай, давай, положи их всех нахрен. Собака, привет. Я тоже так умею. Бум. Так, взяли, ремонтимся. Симулятор. Нам еще выше. Да, я понимаю.
Так, R. Крышка. Вроде не тяжелый, давайте его возьмем. Так, куда нам дальше-то? Че, в лифт? Поехали в лифт. Застимулируем себя. О, ты уже здесь. Ну, у тебя и пушечка. Вау. Чё, куда тут? А, выше. Отлично. Еще выше? Окей. Давай, клади. Стой, я патрон еще не взял. Что, есть еще кто? Пошли наверх. Патрончики. Что-то непонятно. Чё орать-то? А, вот дорога. Привет. Достойный противник был. Так. О, патроны. Крышка. Миниган в себе оставьте. Где ключи-то? Обоих? The super mutant too? Yes, him too. Oh, he's harmless. Well, actually, he's far from harmless, but he won't hurt us. Trust me. Strong will not hurt human if human rescues Strong and Rex. See? Почему он в клетке? Why is the super mutant caged? He defied his leader by standing up for me. See, I've given him a new purpose in life. I came here to teach these poor, ignorant creatures culture. I started with Macbeth. I guess they found it funny. All of them except Strong here. Strong learned secret to human power from Macbeth. Milk of human kindness. Strong will find milk. Strong will drink milk. Strong will have secret power of humans. Yes, so of course he will. Хитрый. They grew tired of taunting me. They threw me in this cage. Little did they know, there was a radio in here. They know. You bait to catch more humans. What? Why didn't you tell me? Strong thought you know. See what I'm working with? I've promised Strong to help him find the milk of human kindness if we get out of here. Я вас выпущу. I'll let you out. Hurry. Так. Ну чё, и как клетку отпирать? Hey, Strong. Go away, bleeder. Да, конечно. Won't be able to pick this.
круть. А как открывать? Подождите, у нас здесь где-то был ключ от башни. Нет? О-о-о. Прикольно. Так, ну нам их надо как-то отпереть. Не понимаю. У нас же был ключ. Ты можешь звонки вскрывать? А, фиг с тобой. У нас никто не умеет, да, вскрывать. Так, предметы. Ключ. От дома. В общем, нифига не понятно. Hey, strong. Go away, leader. Блин. Я не думаю, что должно быть что-то очень сложное. Это же орки. Все должно быть элементарно. Ключ должен быть где-то здесь. Больше того, мы ключ брали. Так, а сюда что? Кедрить, колотить. Ну как так? Видали как? То есть это в сундуке лежит. Вот так вот. А вы говорите. Что там, собрались кучку. Валим. Братья, валим. Дьякон, давай мочи их нахрен там всех. Мы полетели. Блин, надо было дождаться этого. Hell is empty and all the devils are here. Let me embrace these sour
По-моему, сейчас я его тоже убью. Так, мы выходим. Вышли, вышли, вышли. Пойдем. Так, тут еще есть. Ну фига у них тут конструкция. Давайте, залезли все. Все тут? Доктор, мать твою, ты где? Доктор. Доктор. Пошли. Гоу. Гоу-гоу. Придурок. Понеслась. Ах, ты уже телепортировался. Ну, ты гамадрича. Да, ребята, игры делать нужно именно так. В 21 веке. В 15 году именно так. Оу. Так, help, help, help. Нате. Фига у него шапочка прикольная. Стимулятор. Я смотрю, Дидан тоже что-то там себе нашел. Она что, друг где? Чё, опять выходим? Вот чё, давайте, вылазьте. Дайте пройти-то. Пипец башня, а? Так, здесь мы уже были, я смотрю, по нашим следам. Да пожалуйста, пожалуйста, мы всегда за. Зачем ты здесь? I was attempting to teach those super mutants human culture, trying to civilize them. I thought if they could just experience the majesty of Shakespeare, it would change them forever. And who better to open their eyes to the wonders of the bard than Rex Goodman, the foremost actor in the world today. Yes, well, in any event, I'm quite grateful. I'd like you to have this. Now, if you'll excuse me, I think it's time I left this awful place. I'm returning to WRVR and resuming my career in radio. No biggie. Got a second, big guy? Go find milk of human kindness with strong. Зачем тебе бальзам? Why do you want to find this milk of human kindness? Milk is secret to humans. Macbeth say milk makes humans strong. Stronger than super mutants. Strong find milk. Drink milk. Make super mutants stronger than humans. Пойдем со мной. Yes, I'll honor my promise. Good. Strong travel with human. You
strong find milk of human kindness. Strong learned secret of humans. Так, на стройплощадку отправим нашего предыдущего коллегу. Так, а мы... Так. А мы идем продаваться. На фирму Ворвиков пойдем. Самое прикольное, что я этот плащ, который дали по серебряному этому плащу, не могу скинуть. То есть, ну, снять-то я могу, переодеть на что-то другое, а в сундуки никуда ничего сбросить не могу. Вот в чем проблема. Так, ладно, давайте распродаваться. Давай посмотрим, найдется или нет. Так, что у нас там есть? Шашка, бутылку, нафиг. Карабин оставим. Гранату нафиг. Нож нафиг. Пистолет, пулемет. Говно это, а не пистолет, пулемет, честно. Ладно, принять. Окей. Больше ничего мы здесь сделать, к сожалению, не можем. Сейчас чуть-чуть поспим. Окей. Вот мы выспались. И пойдем теперь. Настрой площадку. С орком мы еще погуляем. Орк это гуд. А сейчас мне нужен не орк. Так, говорить. Yes, human. Отпустить. You can go now. Human not want strong? Well, strong not need human either. Go back to tower. Вот сюда иди. Так, отлично. Этого мы сюда направили. Их здесь всяких дофига. Что-то они здесь подвисли. Ща, перенесем мы эту торговую площадку. Я так понимаю, что... Хотя... Так, вот ты... Иди морковку сажай. Вот сюда. Отлично. А эту штуку мы поставим. О, сюда. А теперь ты иди работай вот в этой штуке. Вот так вот. Все, пацаны, развлекайтесь. А мы с вами продолжим в следующий раз. Будет много всего интересного. Приходите еще. Пока-пока.